Во Франции состоялось торжественное закрытие Дней белорусской культуры. В мероприятии в посольстве нашей страны приняли участие послы Омана, Армении, Иордании, Польши и Сербии, аккредитованные в Париже, а также представители деловых кругов и общественности Франции. Участники вечера имели возможность познакомиться с выставкой «Беларусь под звездами», подготовленной Национальным центром современного искусства Беларуси. Перед гостями выступили белорусские музыканты. Участники мероприятия смогли оценить шедевры белорусской и французской кухни. На протягу этого года мы показали белорусский балет, театральное мастерство белорусских мастаков, которые, дарэчы, отримали в першыню истории одну из лепших, самых ведомых премий Тейла у Парижа. Мы представляли музычное мастерство молодых музыкантов, нашу белорусскую книгу. Все это разом дало магчимость французам, французскому глядачу лепше познакомиться с зорной Беларусью, с нашей краиной. В 2015 году при участии посольства организовано 36 мероприятий в 37 городах Франции, которые посетили около 150 тысяч французов. В мероприятиях приняли участие около 20 белорусских учреждений культуры и художественных коллективов.